Смотрите, матушка накопала свежей картошки. Это она уже второй раз накопала. Первый раз накопала в два раза больше. Мы неделю кушали эту картошку. И это моя любимая картошка. Потому что я люблю ее сделать на пару, такую рассыпчатую. А после с душистым маслом подсолнечным, с солью и с черным хлебом, с молоком. Очень люблю скушать 4-5 картошин. Вот прямо, мне кажется, это самый вкусный продукт, который у нас в начале летом бывает. Но здесь есть маленькая хитрость, которую матушка применяет, чтобы мы имели эту картошку. И она, сейчас расскажу, заключается в чем. Мы имеем два картофельных поля. Участок-то у нас большущий. Я вам показывал, что у меня такой огромный участок, что его очень трудно выкосить и очень трудно освоить. И два участка картофеля у нас в разных местах. Вот один, который я вам показывал, мы с вами держим как экспериментальный, находится на этом поле. Поле-то 2 сотки. И вы видите, очень хороший, да? Экспериментальный, потому что мы его посадили 14 июня. И я вас уверяю, что это будет хорошая картошка. Вот она сейчас уже цветет. Мы ее окучили. На ней пока нет ни одного жука. Мы ходим, проверяем и надеемся на урожай. Но урожай-то этот будет в сентябре. У нас запланировано выкапывать, начиная с 14 сентября по 14 октября. Не знаю уж, какой там день будет погожий, мы выберем. А для того, чтобы кушать вот эту картошку, когда? Вот 2 недели назад матушка первый раз подкапывала. Это было примерно, получается, 15-16 июня. Матушка сажает вот здесь специальный участочек. Он у нас у пруда. Он на почве песчаной. Тут прямо песочек. Я его, конечно, удобряю. Я вам показывал, что очень хорошее удобрение вот эта ряска в пруду. Я ее осенью каждый год собираю. И она без волокон дровянистых. Она к весне просто уже ее не увидишь, не услышишь. Так вот, картошку, которую вы видели, она накопана здесь. Матушка вот так подлезает рукой под эту картошку, копается там, выбирает, которые крупные, срывает и оставляет остальные расти. Видите, я вам показал накопанную, я вам показал уже, можно так сказать, как бы третью партию такой картошки по такому количеству. И вы видите, что нету ни одной плети вынутой. Все плети еще стоят и растут. И еще будут давать картошку. Да еще в конце, в сентябре, мы выкопаем. И вот здесь тоже будет урожай. Таким образом, она нас кормит все лето. Вот этот участочек. Вот такой молодой, свежей картошечкой. А еще и осенью даст. Я не помню, откуда матушка такой способ нашла, но пользуемся мы с ним, ну вот, все время, что здесь живем. Лет 15, наверное. Так нас вот эта ранняя картошка кормит. Причем этот один сорт все время и сажаем. А та уже будет на зиму. Ту уже выкопаем, когда у нее будет твердая кожура, чтобы она хранилась.
А это пока едим. Вот если хотите так иметь картошку у себя в течение лета свежую, то заведите себе вот такой участок. Он должен быть на солнечной территории. Мы ее поливаем, кстати, потому что надо ее еще и поливать. Ну, когда, конечно, нет дождей. В этом году у нас такая погода. Дождей было поначалу очень немного. Ну, а потом пошли хорошие. И ждем теперь хорошего урожая. Капусты. Вон, у матушки тут и цветная капуста. Ну и картошки. Ягод уже хороший урожай. Помидор и огурцов у матушки тоже в этом году достаточно. Какая-то, правда, новые сорта. Говорит, не знаю, как они с фитофторой справятся. Пока еще не залетело. Но мой совет, закрывайте, если у вас в теплице вот так, закрывайте вот восточно дверь. Фитофтора летает с северо-восточными ветрами. Вот сейчас у матушки эта дверь открыта, а я ей посоветовал, не держи. Не знаю уж, правильный мой совет или нет. Ну, а этой картошечкой можете еще раз полюбоваться. Какая она свеженькая, чистенькая. А скоро будет варененькая к ужину сегодня. И мы ее съедим. Все, здоровья вам всем, радости и хороших урожаев.